Здравствуйте! Вам звонят со службы безопасности банка. Вы в курсе, что участились случаи мошенничества? Преступники снимают деньги с банковских карт граждан, представляясь нашими сотрудниками. Да, конечно, я слышала подобные случаи. Чтобы усилить защиту банковских карт, пожалуйста, сообщите мне номер и код вашей личной банковской карты. Конечно, спасибо большое. Итак, номер моей карты. Стоп. Ни в коем случае не сообщайте по телефону никаких личных данных, особенно данные банковской карты. Мобильный исторический театр теней предупреждает. Главное оружие мошенников – это их беспредельная наглость и ваша наивность. Будьте бдительны.